Почему Господь любит древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Нужно всюду поступать по словам евангельским и стараться подражать жизни высшей ангельской и стараться подражать жизни высшей ангельской. Будет наш Господь любить новую Вифанию, если каждый будет жить только по Писанию. Если каждый будет жить только по Писанию, христианский путь вернист, доля наша трудная, но грядущий день лучист и надежда чудная, но грядущий день лучист и надежда чудная. Держитесь за Христа, жители Вифании, пусть кругом гремит гроза, будьте тверды в звании, пусть кругом гремит гроза, будьте тверды в звании.